Здравствуйте, с вами Александр, и сегодня я вам хотел бы рассказать о том, как язык, можно сказать, до Киева доведет. Сотрудничаю, работаю с этим продуктовым магазином, и спросил у хозяевов добра собрать у них вот эти вот стручки семена саженцев катальпы. Хозяева с любезностью предоставили мне эту возможность, за что я им очень благодарен, и сейчас буду собирать, друзья, для вас семена катальпы для нашей площадки по натуральному обмену продажи семян и посадочного материала. С саженцами пока побременим, там работа почты, свои нюансы, но с семенами, я думаю, все-таки начнем первые ласточки заниматься. Ну, не будем терять времени, займусь сбором этих семян. Получилось у меня собрать всего лишь банановую коробку. Уже я опаздываю по сезону сбору семян, потому что уже наступает тепло, высыхают стручки, раскрываются вот таким вот образом, и все семена разлетаются. Вот он, раскрытый. Вот так вот выглядят эти катальпы. Этим деревьям не так уж и много лет. Ну, магазин, по крайней мере, работает пятый или шестой год. Вот на момент постройки магазина посажены были эти деревья. За 5 лет уже такие вот красавцы или красавицы. Вот эти два крайних отличаются, у них стручки короткие. А вот этот, с которого я набрал, у него стручки подлиннее. Сорт прям очень какой-то интересный. Я думаю, даже вот они, казалось бы, 3 дерева небось в одном месте куплены. Но вот одно отличается, видать, другого сорта. Или ему тут условия самые лучшие. Ну, такие вот катальпочки, такие вот семена. Ребята, занимайтесь сбором семян, их распространением. Делайте нашу землю обратно красивой, прекрасной. Чтобы наших пустынь вот этих, лысин и прочего-прочего, что не радует глаз, помоек и тому подобное. Ну, в общем, чтобы этого не было. А глаз каждый раз радовался, куда бы мы свой взор не кинули, не положили, в общем, не обратили внимания. Везде у нас была красота, обилие, многообразие. Ну, в общем, жизнь кипела и бурлила. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Ставьте лайки, комментарии. Пока-пока.